регулировок не так уж много, но все основное то, что надо. Тут какие-то наклеечки, все это еще тут еще есть. Все это резиночка там меняется, вот эта уплотнительная резиночка. Все это нормально. Сядем тут, посмотрим. Ключики у вас в кармашике, вот эти вот, да? Вы нажимаете. Если я вперед, зеркала, опачки, наперед. Если назад, они срабатывают назад, все как положено. Кинокамера у нас не работает. Я остановлюсь на паркинг раз. Все. С разметочкой, что у нас все видно, куда мы едем. Плюс парктроники еще. Да вот мы машинку выключаем. Зеркала складывается, руль уходит. Значит, опять мы включаем, что мы с вами видим на табло. В первую очередь, видите, разные штучки. Моторы, чеки, мэки. Завели. Все. Видно, сколько мы побежали. 242 921 километр. Минус 13 за бортом. Температура нормальная. Обороты. Мотор низкооборотистый. Подхватывает сразу же. Что очень хорошо. Значит, климат у нас регулируется вот здесь. Видите, с моей стороны я регулирую. Теперь со стороны пассажира. Допустим, опустим. То же самое регулируется сзади. Вот эти вот штучки, что тут карта не работает. Это не работает, ну потому что не это. Так, меню тут надо тут делать. Это значит устанавливается. А вот аудио off выключено. Кондиционер. Значит, кондиционер тут можно сделать, что вот эти вот штучки нажимаешь. И видите, вот это вот всех это радует, что вот эта вот штучка начинает двигаться. Вот она вот так вот двигается. Некоторым кажется, что у них в глазах как что-то мерещится, что-то тут ходит. А на самом деле ничего не мерещится, ничего не ходит. Просто работает вот эта вот штучка. Еще разок мы их включим. Ну-ка покажи, как вы работаете. Ага, вот они пошли. Так, раз. Но они практически автоматически включаются, когда работает кондиционер. Так как сейчас морозяка, ничего это не работает. Это обдув у нас фронтальный. Это обдув у нас заднего стекла. Вот эта вот штучка мне нравится, что она автоматически переходит сама по мере поступления каких-то газов внутрь салона. Сама переключается на вот эту вот, вот такую вот внутреннюю циркуляцию. Потом, как вот сейчас, это на забор воздуха снаружи авто. Если мы все включаем, значит авто, работает авто. Если выключаем, значит она не работает авто. Если выключаем off, вентиляцию выключили, все, значит у нас нарушилось. Авто включаем и все работает так, как надо. То есть не вот здесь вот, а именно вот здесь вот. Громче, меньше и плюс это переключение там между станциями, не между станциями, а между там, что там у нас, допустим, радио, диск, у меня даже еще iPod. То есть вот эти фишечки мне очень нравятся, они все тут как-то под рукой, и все это сделано. Так, дисплей у нас, нажимаем на дисплей, вот он тут показывает, что у нас осталось на 206 километров. Далее, что там, расход у нас 11,6 по городу, еще что-то там такое. Ага, это тут 13 литров, это мы проехали 300, сколько там, 87 километров, время в пути.
Дальше еще что-то. А средняя скорость, с которой мы вообще там ездим, видите, 57 км в час. То есть я на ней не гоняю. Вот здесь же стоит, вот она, круиз-контроль. Где он тут загорается? А, вот он, круиз-контроль зажегся. Значит, нажимаем. Он гаснет. Вот горит красненьким, знаете, ненавязчиво она так горит, что мне нравится. Но я всегда пристегиваюсь. Пристегиваемся легко, как многие говорят, еще здесь все это у нас вот на эту кнопочку нажимаем, да? И у нас, опа, вверх пошло, вниз пошло, то есть руками тут практически ничего не трогается. Ну и зеркала у нас тут такие вот с подсветочкой. Отсечницу. Естественно, люк. Большой люк. Что очень радует. Я люблю, чтобы свет был. И я люблю, чтобы салон был светлый. Кожа алькантары. Светлая. В светлой машине приятно ездить. Особенно на длительное расстояние. И ты как-то не утомляешься. Вот они, сидушечки, посмотрите отсюда. Как это все выглядит. Места очень много сзади, очень много. И почему мне еще машины эти нравятся, так это то, что ты едешь и сам вроде в комфорте, но ты еще можешь взять там семью, друзей, всех их посадить, то есть куда посадить. И в то же время эта машина может ездить, смотрите, вот это вот амортизаторы. Нажимаю, включается спортивный режим. Вот он, амортизатор. Это у нас, я нажимаю, коробка. Коробка у нас стала в спортивный режим. Ну, этот режим я уже вам показывал. Это машина поднимается на нее. Смотрите. Вернее, поднимается задняя шторка. Мы такая, опа, нажали. Задняя шторка у нас пошла. Нажимаем. Подголовники задние у нас вроде как все сложились, это задние. Это у нас омыватель фар, это у нас, включаем, видите, кнопочка зажилась. Подогрев сиденья, хорошо, быстро. В эту сторону крутим, это у нас вентиляция сиденья, когда у нас прикуриватель, ящичек. Значит, я добился, чтобы вот здесь вот лампочка была, она, ну, там, сместилась или еще что-то там такое. То есть все лампочки, чтобы они все горели, все нормально. Вот хорошая вот эта вот кнопочка мне понравилась. А именно, ну, допустим, я в гараже, вы видели гараж у меня, остановился. И надо просто-напросто вот ее от стенки оттолкнуть машину, а так как коробка-автомат, ее не толкнешь. Нажимаешь на эту кнопочку, значит, разблокируется коробка-автомат, и ты можешь ее руками оттолкнуть. Ну, от стенки. То, что мне надо, чтобы, допустим, пройти там, посмотреть, аккумулятор там зарядить или еще что-то там такое. Всякое бывает, потому что она долго стоит. Значит, нажимаем. Что тут у нас? Сейчас отключаются у нас амортизаторы. Нажимаем на это, у нас, значит, уменьшается высота, нормальная становится. И нажимаем на эту кнопочку, вот. И у нас коробка приходит в свое нормальное состояние. Все добротно, все тут сделано. Руль мне нравится, большой руль. Я люблю большой. Сидишь как капитан за штурвалом и только ею управляешь. Значит, здесь у нас на дисплее градусы, время, градусы в смысле климат-контроля, градусы за бортом. Вот еще что-то тут можно переключить. Ну, здесь, значит, у нас система на 6 дисков CD, отлично играет, лучше всего, понимаете, вот отсюда именно звук идет. Потому что в тех же айпадах, что получается, там звук закачан, обрезанный, и, ну, не то получается.
А отсюда льется. Но я не хочу включать, потому что не поставишь на монетизацию. Так, это еще какой-то тут ящичек. Значит, крутилки мы посмотрели. Значит, вот здесь вот какая-то интересная штучка. Хрючка. Это парковка. Так, должна работать. Куда я нажал? Ага, вот она тут. То есть различные тут, я не знаю, монеты. Или же тут визитки. Вот это вот тоже кнопочка горит. Прикольно. Это горит прикольно. Значит, свет даже вот здесь вот есть. Вот вот этих вот двух лампочках тоже бьет, знаете. Ну, как-то вот совсем по-другому делает. Так, и что еще мне? Вот сейчас как раз я хочу вам такую показать одну интересную фишечку. Вот смотрите. Мы сейчас разворачиваемся. И нам солнце начинает светить, когда едешь на Кавказ, солнце светит прямо в глаз. Вот оно, да? О, солнце. Неприятно. И для шофера они сделали вот такой козыречек. Видите, вот такой козыречек. Маленький такой козыречек, и все. И солнце не бьет вот в эту вот щелочку. Но это забота о водителе. Но как приятно, как хорошо. Вот эта мелочь, она буквально меня сводит с ума. Такая забота в мелочах. Ну, а чечница мы уже тут видали. А чечница тут все это тут поднимает, опускает все эти люки. Вот, люки задрает, люки отдрает. Зеркало у нас затемняется автоматически. Ну, говорю, вот она, вот эта вот фишечка, видите? Ничто нас не слепит. А сейчас мы ее убираем. Опа. Подлокотничек, да? Мы его берем, раз, он у нас отошел. Один бардачок, здесь другой бардачок. Можно поиграть на губной гармошке. Нажимаем на вот эту. И у нас вот что получается. Если мы нажимаем снизу, у нас открывается все. Хочу показать бардачки. Любят полазить по бардачкам. Значит, у меня, смотрите, тут диски для CD, iPod. Надоело, переключим. Здесь у меня CD-диски и там прочие там какие-то штуки. Это документы. Ну вот, пожалуй, и все. Что мне нравится, вы видите, тут такие бугры, на которых не всякая машина иностранная проедет. Это за счет своего клиренса легко и просто проезжает. Более того, здесь есть кнопочка, нажал на которую, машинка поднимается где-то сантиметра на 4, я смотрел. Я ездил по таким буеракам, по которым, ну, жалко было машину гнать. А именно, я ездил в Подмосковье в Гремячие Ключи, где дорогу намеренно не делают. Так вот, я на этой машине проезжал туда. Там была одна интересная вывеска такая, я сначала недопонял. Трактор, номер. Потому что как только пройдет дожичок или еще какая-то там небольшая распутица, все, машины не проходят, их трактором вытягивают. То есть другие бросали машины, а я проезжал. Ну вот она поднялась. Мы с вами поехали. Вот, посмотрим, как она
на поднятых амортизаторах. Теперь мы с вами поедем. Хотя многие боятся, потому что там сделают какие-то заниженные все эти там бампера, хремпера и так далее и тому подобное. И машины, естественно, начинают цеплять бамперами, их отрывают. Это же легко и спокойно проходит. Проходит. О, какой тут бугрище. А мы его только легко и просто. Машина заднеприводная. Конечно, это ее минус. Потому что я знаю, если где-то скользко, даже небольшой такой бугорок по снегу, а тем более если лед, то она туда не взберется. Ну а теперь поедем домой на обед. Час, ё-моё. Губну гармошечку, люблю я на ней играть. И... Кстати, сейчас будет лежачий полицейский. Смотрите, как мы будем проходить через него. Даже два. И приготовились. Опачки, плавненько. Опачки, плавненько. Плывем как по морю бурлящему слегка. Заезжаем. Заезжаем. Опа, в гаражик. Заезд в гараж. Ответственный момент. Штурвал. Эх, несколько я не попал. Но ничего. Опачки. Опачки. Мои машинки дружат между собой. Пока ничего не побились. Видите, как только мы заехали, все переключилось у нас. Само собой. Свет сам настраивается. Так, вот это работает подкрутник, то, что мы подъехали близко. Как он тут предупреждает нас. Итак, смотрите, я отключаю. Все, свернулось. Открываю дверь, значит, вот здесь вот горит. Свет горит. Оп, все у нас погасло. Как только я, значит... машинку включаю. Фары сами корректируются. Видите, вниз, вперед. Чуточек назад. Опа, здесь показывает. Как и что. Мы оп, чуточку отъехали. Парктроники, видите, как работают. Говорят, то все. Где что, об что мы можем чухнуться. А именно, вот, об тот рулон бумаги. Ну и спереди еще. Так, а это наш джипачок. Камера показывает все эти деления. Переводим в паркинг. Зеркала опустились. Выключаем. Все у нас свернулось.